2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Решение о его проведении направлено на повышение статуса сотрудников сферы образования. Это знаковое событие приурочили к 200-летию со дня рождения одного из основателей отечественной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Стартовало оно в нашем округе с форума «Моя профессия, моя гордость», который не случайно прошел в стенах школы номер 9. На протяжении многих последних лет именно ребята, молодые учителя из этой школы, становятся лауреатами и финалистами регионального конкурса «Педагогический дебют». От учителя многое зависит. Можно быть просто уроки давать, а можно не просто их давать, но еще и воспитывать. И замечательно, что вот мы все в последнее время понимаем, что это не услуга образовательная, это учитель, это призвание, оно должно идти от души. И я так думаю, вы со мной согласитесь, что учитель должен быть примером во всем. В зале более сотни молодых учителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений, стаж которых не превышает 3 года. После концертной программы они перешли в классы, сами сели за парты и прослушали различные уроки от мастеров своего дела. Победители ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года», лауреатов областного конкурса «Педагогический дебют» и других именитых учителей. Я искренне уверен, что в каждом образовательном учреждении есть свои звезды и традиции, которые также можно транслировать и передавать на других таких огромных мероприятиях. Мы, как представители Московской областной организации, даем сегодня старт проведению таких педагогических форумов во всех муниципальных объединениях Московской области. Основная идея – это действительно показать молодому педагогу все разнообразие учительской профессии. А мы, как профессиональный союз, всегда рядом, всегда помогаем и всегда вот идем на пути становления. Потому что вот от таких маленьких форумов муниципальных мы объединяем и в декабре будем проводить большой молодежный форум совместно с Министерством образования «Я педагог Подмосковья». Для проведения этого масштабного форума, где будут принимать участие специалисты со всей Московской области, выбран город Раменское. Виктория Самойлова, Сергей Григорьев и Андрей Минкин для программы «Городские вести».